А вот эти штучки как делаются? Это засушенные растения, залитые ювелирной смолой. Это символ развития и эволюции живого существа. Без самого, да? Именно так. Янтарь-терапия. Что чувствуешь, передай, спроси. Гирские кристалли, дымчатый кварц, турмалины, аметисты. А что это такое, расскажите? Вот это вот. Такая игрушка-трансформер, называется «Парад планет». Да, прикольно, я такого даже не видел. Все, я понял. Это такая резьба по дереву. Это вы, да? Вырезаете все. Сыточка наша. Мы можем, да, вас показать. Показывать. Вы в Киеве, да? Да, мы с Днепра. В Днепре. Вот так вот, девушка. Катерина, наверное. Александр и Сергей, вы вряд ли. А что это у вас? Расскажите сначала. Флейты. Нет, вот это нас интересует. Вот флейты мы поняли. Это символ развития и эволюции живого существа. То есть зайца обыкновенного знают все. Но этот заяц, он эволюционировал, превратился в позитивного зверюшку. Такого вот улыбающегося, радостного. Он смотрит на звезды, слушает музыку. И всегда находится в хорошем настроении. И поднимают настроение всем, кто рядом. Они все разные, то есть можете посмотреть. А почему именно заяц? Ну потому что зайцев их всех все обижают. Ну что такое зайчик? Маленький, серенький, волк. А, я понял, ты такой. А этот уже ничего не боится. Да, никакого волка не боится. Я сам понял. Прикольно. А чем вы занимаетесь? Только вырезать, делать инструменты, да? Инструменты, музыка, играем на инструментах, обучаем игре на инструментах. Классно. Мы покажем вас по телевизору. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. У нас очень большой ассортимент кремов для лица, дневных, ночных. А чем вы консервируете? А у нас два консерванта растительных. Первый – это Леосидаль, это французская разработка. Значит, вещество получается путем сбраживания молочно-кислыми бактериями корня редиса. Это первый консервант. Второй консервант – это тимол, вещество, которое извлекается из эфирного масла чабреца. Два основных консерванта. Плюс мы используем некоторые растительные масла, которые содержат в себе сильные антибиотики. Типа масло маргозы или ним, дерево индийское, очень широко используется в аюрведе. И второе масло – это черный тмин, оно содержит 5 сильнейших антибиотиков. А черного тмина покажите мне его. Ну, черный тмин как? Активно. Где его больше всего, в каком креме? Ну, во всех кремах, которые мы все... Стоп. Это ночной крем. А из нимов? Есть что-нибудь с нимом такое? Да, это тоже ним, да. То есть мы везде, где у нас эмульсия, где у нас присутствует масло ним. Может, давайте, я понимаю. Да, я понимаю. Я просто запахи радовалась, я сейчас за руками говорила. И работает, наверное, по кожей. Она кожей лица не помнит, давай тоже, даже суббота воскресенье, да, только выдают. Да. Стоп, лапа, найди, если поставали.
Хороший шмалас. Пять от шорта. Я люблю себя, свою жизнь. Появляет ли через Но заземляться надо все равно. Мне жарко стало. Прекрати. Не гоняй так волну. Ты что? Нельзя. Все должно быть в балансе. Нельзя маятник так качать. Надо заземляться. В балансе я кушать не цепляла. Нет. Очень много мужских. Конкретные. Это целевые вещи, это краю. Были полевые условия. Были жутко вспыльчивым человеком. Но... Да? Каким-то образом. Гастролог? Да. Меня, если не считал, да? В этой жизни ваша главная задача очень проста. И солдата стать дипломатом. То есть не вспыливать и требовать там, вопросом со шпагой, а немножечко взвесить обстановочку, понять, что человек свое воззрение имеет, а не только как вам хочется, вашего принципа, что у них какие-то интересы как-то координировать, свои с чужими. То есть от слова «я» перейти к слову «ты» и координировать себя с этим миром. Но то, что во вторник родились, это все своими руками, своими ногами, не ждать моря погоды, не дождетесь. Значит, уже вам никто не скажет «пас», и так далее. Вы должны как-то все всюду сами не совсем управлять. Затем, значит, вас сделали овном для того, чтобы солнце подогнать к луне. Луна ваша овна. Когда подогнали солнце, для чего? Это вы не воевали, полетели. Нет. Вы должны... Чем можно? Энергию нельзя сказать. Будь или суть, да? Но надо направить вас в корни. Вы должны трансформировать энергию на радость жизни. Пить полными глотками, любить себя, а не выяснять отношения, конечно, с кем-то. Себя одевать, себя ублажать, себя выставлять, себя еще лучше. Ведь уже начинают собираться многие. Ну, в целом понятно, что продают люди. Камера. Вы можете себя... Лицо, фокус. Прямо именно вообще. Зрачок. Будет красиво. Можете рассказать про себя. Вы тут в Киеве, да? Да. Работаете. Чем вы занимаетесь? Привожу из Египта масляные духи, натуральные, хорошего качества. Чтобы можно было использовать действительно даже в парфюмерии качественный стойкий товар. У вас есть типа интернет-магазин какой-то или... Да, да. Ну, мы больше как бы занимаемся там... Можете скажем, показать свою карточку, мы ее снимем, и все вас узнают. Мы все разобрали. Вот все так карточки, вот. Видите? Они все забрали. Надо же последнюю для прессы оставлять и показывать последнюю. Запишите мой номер. Можете продиктовать свой номер? Да, может, кому-то будет интересно. 099-400-45-22. Отлично. А как магазин называется? Или... Лили. Отлично. Лили Парфюм Лайн. И козочка. И... Хорошо, спасибо. Ну это натуральные, да, штуки из Индии? Да. О, это из Египта, да, из Египта. Это я... Но говорят, что заговорился. Спиртовые духи, они не очень благоприятные для того, чтобы ими пользоваться. На какой-то основе? Масляная основа. На масле. Они все на масле.
Ну их можно добавлять вот эти тоже штуки там, ну как они называются? Да. Да, можно добавлять. Но эти сделаны, именно вот эта форма выпуска, она сделана как духи. Кроликовые духи. И сколько такая штучка стоит? 100 гривен. Это все от производителя. Мы официальные представители этой компании в Украине. И имеем право продавать эту красоту. Чтобы люди были счастливы. Да, на самом деле очень хороший запах и близок к натуральному. Есть, допустим, просто эфирки. Даже с маленьким йогом. Тут уже практически ничего не чувствуется, а вот тех хоть чувствуется. Тут много, да, тут. Вот вас сыр, вас вот эти штуки перебивает. Сыр пахнет больше. Ну хорошо, вкусненько. Мы сейчас, наверное, не будем вас радовать. Но в целом порекомендуем. Прикольные, хорошие, натуральные. Натурально мыло, ручно работает, если что, обращайтесь. А на какой основе вы делаете это мыло? Расскажите. Мы с нуля варим. А с чего вы варите его с нуля? С, как он называется? Растительным маслом с щелочным раствором. Полностью реакция омоления проходит, а потом добавляются уже уходовые добавки, которые в реакцию не вступают, но дают полезности коже нашей. Майкл Джексон приехал. Да мы это и лейте джи, когда сабонете джи, лейте джи, да мы опасно. Нас спрашивают, бывает мыло, как оно называется, с материнским молоком. Но она слышала, по крайней мере. Ну, может и бывает, можно сделать разные. А вот эти штучки как делаются? Это засушенные растения, залитые ювелирной смолой. Еще рядом спит и пытается танцевать. В общем, мы бы что-то сделали и Габриэль припахали бы делать какие-то фигурки, но Габриэль сейчас рада и рада уже практически спит, поэтому мы не будем это делать в следующий раз когда-нибудь, на следующий. Не, надо утром будет встречать, но сильно не хотел. Наверное. Вот такая у нас терапия. Засуньте ручку. Выберите один подарок. Почпата. Что чувствуешь, передай, спроси. Кева Сосенчи. Все хорошо. Релакс. Ну, такое. Один подарок. Один он презент, правда, все. Ван. Кофе. А расскажите, кто вы такие, мы вас покажем по телевизору. Ну, это наш логотип, тут нет у нас визиток, мы готовились экспромтом. Вот это компания Sunwood будет называться. Меня зовут Сорока Дмитрий, это мой номер телефона. Ну, это у вас будет интернет-магазин, да, я так понимаю? И или интернет-магазин что? В том числе, ну, как бы в том числе. Вообще у нас будет такой формат, как здесь, развитие, очистка. То есть обереги, мы это знаем все, как это делается, помогаем людям это делать. Я будто проели все. Я его чисто показать положу. Он легкий, почувствуй, какой он легкий. Поэтому. Такую штуку надо одевать. Это сколько стоит? Вот это? Да.
Вот наоборот, как очень мы вас можем показать по телевизору. Хорошо, тогда можем не показывать. Потому что вам, вам придется платить на телевизоре. Хорошо, тогда. Именно так. У нас. А дерево такое миллион стоит, да, я так понимаю? От 2000 евро приблизительно такие деревья. Стоит. 2000 евро. МАС. 2000 евро. Вот такой вот янтарик нам подарили. Вот, может быть, сделаем из этого кусочка янтаря какой-то сувенир для Рады какой-нибудь. Кулон, вот, кулон. Делать, да? Ну, в принципе, типа того. И сколько такая штучка 220. Стоит? Со сларимарчиком. А, точно, нет. С натуральными камінчиками, ця? Такі по 220. Тут йдуть натуральні камінчики, бачите? Ось тут ларімари, тут хризокола, тут лазуріт. Ружевый кварц. Спасибо. Это вы все делаете, да? Да, это моя работа. У вас есть какой-то интернет-магазин или что? У меня есть группа ВКонтакте, страница на Фейсбуке. Давайте мы вам вас покажем. Отлично. Прикольно, интересно. Мы сейчас... Это все натуральное, это как да, с горных хрусталей или же? Гирские кристалли, дымчатый кварц, турмалины, аметисты. А вот этот камень огромный? Это дымчатый кварц и агаты. А скажите, у вас есть просто камни вот отдельно, не обработанные? Вот, например, кремний? Мама спросила вот для води, щоб закинути воду, знаєте? Вам потрібно шукати більше людей, які видобувають, знаходяться. Я просто вже оброблюю камні, вони в мене в обробці. Навіть якби в мене був камінь, він би був у вигляді чогось. Вдалого вам вечора. Спасибо. Кстати, у меня ноги с шеи снимают на руку. Добрый вечер. Можно посмотреть? А что это такое, расскажите? Вот это вот. Такая игрушка-трансформер, называется «Парад планет». Из нее лепятся различные такие... А вы можете показать что-то? Ну вот, допустим. Ай, легал. Так. Так. Да, прикольно, я такого даже не видел. Это вы сами делаете или... Это не я делаю, это мой знакомый делает. Но это уже штука, по-моему, с годов 70-х существует. Прикольно. Странно. И сколько такая штучка стоит? А там у каждого цветочек. Сейчас мы видим. Вот такая стоит из оникса натурального 400 гривен. Да, прикольно, я такого не видел. Ладно, спасибо. А сколько вот такие аромалампы, например? А, Толик, у вас... аромалампы. 300 гривен. Это из камня, да, я вижу. А сверху вот это что? Глина, я так понимаю. Или крашеный. Не, наверное, тот же камень. Тот же камень крашеный, интересно. Да, может быть. Да, я понял. Прикольно.
такой дичи с дома, но мне негде носить, она нафиг. Гривен 300 она такая стоит. Какая-нибудь такая дичь, типа вот первая, но она, блин, выстирается.